ويطلقوك في زائره دم شعر روح بنات انا هنا بغلبك وشي زاد شنو بتجاني صبر مسكرة روح براتا وشي Сегодня вы видели, сколько было народу, во время на войну. Редко бывают такие случаи, что бывает так много, как сегодня. Почти 600-700 человек было. Наш дорогой учитель, он моим был учителем. У меня есть фото, я сегодня показал кое-кому. 45 мальчиков. И пятеро учителей. Один из них Давид Ильич. Вместе с ним. Я сегодня показал Лаврову. Лавров имеет Давидов. Он очень много дает хорошие воспитательные уроки нашему народу, нашему монастырю. Чеки нам за некими пнет, а с бандера гарда худого гарда. Давид Ильич был он прямым, чистым, кристальным человеком. Он был моим учителем, он никогда мне ни одного слова я от него не слышал, Ильича. Только хорошее, только приятное, кроме воспитания доброе, которое он мне дал, ничего больше я не знаю. О нем можно говорить день и ночь, что какой он был добрым, хорошим человеком. Первый пример. Хорошие дети, хорошие жены. Внуки. Все внуки один лучше, чем другого. Бурмидарон Башан, Барисифаров Башан, Лейн Бахташан и Башана. Хороший Кирилл. Габриэль Джон Бурмидарон Башин. Я вам сегодня сказал, и вчера я вам сказал, крепитесь, такова жизнь. Я уверен, что Рахматуллах говорит такими, что им не надо было на Моапил. Вы, ваша жена, ваши сестры, кому-то помогли, чем вы могли. Ну, остальное все в руках Бога. Жизнь такова. Надо мириться. Ишхам не бил там. Авта мой лей блеки кузар. Бури не дарот пошел. Бури си фарот пошел. Мудро тоже и Джофан Кабоша. Да, тяжело это очень. 65 лет вместе прожить и вдруг без него остаться. Это очень тяжело. Я вам сочувствую. Дорогие мои, большое вам всем спасибо, что и в разошке о погоре, то о хозяре, повторим мой яйцо, рафтетон салихок, а салихок, а что мы будем? Борит на вас Борис Харович, там Борисой Маркевич мой дает Фазанова Габана. Говорит Джон, крепитесь, я понимаю вашу душу. Ваши сестры, у вас сердце точится, я знаю. В первую очередь, что вы потеряли свою сестру, свою дочку. Это очень тяжелый был удар для Бога. Видите, или хотите что?